Работа в правоохранительных органах была для Евгении Александровны мечтой детства. С полицией ее жизнь связана с 2001 года. В 2007 она стала участковым уполномоченным, полностью пройдя путь от рядового сотрудника до начальника подразделения. График у нас был работы сутки трое, но моя профессия – это с детства. Мне нравились законы. Я все это с детства читала. Справедливость. Подход именно справедливый ко всей ситуации сложившейся. Скажем так, за это меня не любили учителя в школе. Конечно, участковый уполномоченный полиции – работа преимущественно мужская. Но Евгения Кичурина доказала, что на нее эти правила не распространяются. Есть определенные требования, которые и мужчина, и женщина должны исполнять в полной мере. Я не вижу там препятствий женщины-мужчины. Поэтому это зависит от характера, от желания работать, также желание общаться с гражданами и большое желание и получать удовольствие от того, что ты гражданам помог. Вот это важно, это главное в нашей профессии, службе участковых и по делам несовершеннолетних. По мнению Евгении Александровны, коллектив отдела, а это более 150 человек, вполне профессиональный и опытный. Многие сотрудники несут службу 15 и даже 20 лет. Сегодня особое внимание подразделения сосредоточено на профилактической работе в неблагополучных семьях и пресечении нелегальной миграции. Мы особое внимание уделяем это мигрантам, которые у нас большую часть совершают преступлений на нашей территории. Мы имеем большие показатели по раскрытию и выявлению миграции. Очень боремся, проводим рейды по этим мероприятиям. Также мы проводим рейды по торговле, которые у нас есть несознательные граждане, которые торгуют в неустановленное время и лицам, не достигнувшим нужного возраста. Среди главных задач, стоящих перед отделом, новый начальник называет профилактику и предотвращение всего спектра правонарушений и преступлений, планомерную отработку жилого сектора и повышение доверия к службе со стороны жителей. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».